სამყაროს ვისუნდა სიფხიზმის გორკილი ამყაროს მე ამის შველი სულს მე ამის შველი танს და უფრო გმუნდები ვინ ვინო ვერიდას три человека заселились утром вечером и ночью. Какое время они заселились? Я хочу сказать, да, у этих ребят абсолютно отбито понимание суток. У меня вечер с 3, а у Саши 4. Кстати, прохожаю. У нее отходняк еще после вчерашнего. Искупалась в леденющем душе, абсолютно с отсутствием горячей воды. Так, у нас сегодня игра «Реальные деньги». Едим вот этого прекрасного, вот эту прекрасную мушку, которую пала нам хачапури. 100 рублей. 60. Кому надо? Я на 200 был. Я бы и за 150, мне кажется, сажал бы. Прошло буквально 16 минут. Наше любимое число в 16 минут. Да, это наши красивейшие горы. Катя совсем не мерзнет. Чё? Саня потеет обильно, обильно потеет. А расслабляйся, чувак. Ты не за рулем, ты не можешь это делать без лимита. Я, короче, это буду приезжать на Брикроке. Выравнивай. Нормально. Вырежи, пожалуйста, мой мат из видео. Короче, отличное место для кнопки. Тут четверо пройдет, и Mazda, ну, да. Вот со скрежетом, но проходит. Суть, вот там вот сидеть. Вот здесь, вот. Короче, будет место захода, будет прям сверху прыгать. Утлот нарчевил на бирекс, там и долевую кокс, толстый.
ბულში და გარდულ მარხილებს და გადარჩენილ ტომს გროშად გაყიდულ ნახატებს. Он какой-то очень одинокий петух там. Ну вообще-то нельзя так говорить. Это Леша, блин, он наш друг. Не надо так говорить про него. Дарченил на пирепс, дамитовებულ ქოს, თოლში და გარდულ მარხილებს და გადარჩენილ ტომს, გროშად გაყიდულ ნახატებს, ხიდებთან ედგარ პოს, ვუსრულებ ჩემს დანაპირებს და ვეუბნები რომ ისევ და ისევ მიყვები ფიქრებს თაროზე ვაწყობ მე ყველა მითებს, ზაბოლა საქმეს და უსვამ მკითხვებს და ველი პასუხს ისევ და ისევ, ისევ და ისევ მიყვები ფიქრებს თაროზე. Повелеваю, кроку 47 быть здесь. Шмидат, но мы с ховрем агирдат, да полосвит мим шмидат.